полчаса до встречи. Телефоны и планшеты заряжены, бумага и ручки наготове. Поклонники ждут отменного юмора. Не просто шуток, а импровизации. Ведь на автограф-сессию с комедиантом только ленивые ради автографа приходят. Какой интересный случай в Самаре с ним произошел и смешной. Смешно в Самаре с Незлобиным действительно будет, но позже. А пока ровно в 6, как заявлено в афише, на сцене появляется человек. Красиво одет, красиво говорит и даже шутит. Но это не Незлобин. Главный герой вечера опаздывает и мчится по самарским пробкам прямо из аэропорта, а зрителей в зале собирается все больше. Ну, я попал сюда спонтанно, грубо говоря, мне позвонили, сказали, что здесь выступает Незлобин. Ну, я встал с дивана, решил сходить сюда. Ну вот, я здесь решил посмотреть на концерт. С небольшим опозданием наконец-то приходит столичный шутник. Одет по-дорожному просто в спортивных штанах и кроссовках. В руках кружка зеленого чая. Он выглядит уставшим с перелета. Почему у вас одна штанина заправлена в носок? Просто я только прилетел и пришел из самолета сюда. Это есть ответ. Незлобин сходу отвечает, его прославил жанр стендап. У него работа такая, быстро думать и остро шутить. И кажется, у него абсолютно на все вопросы готов ответ, кроме одного. Ну никак не понимает звезда, зачем все-таки люди приходят на автограф-сессии. Я всегда думаю в этот момент о том, что ну зачем вам это нужно? Но вы же это выкинете через 2 недели. Ну сколько этих скомканных бумажек с моими автографами лежит по России? Ну кому это надо? Но это часть моей работы. Незлобин вливается в процесс да так, что у него аж 3-й глаз открывается. Кроме шуток, Александр на публике демонстрирует экстрасенсорные способности. Александр, приветствую тебя. Здравствуй, Дима. Я просто так, не угадал имя? Угадал, меня Дмитрий зовут. Серьезно? Да, да. Я провидец, да. Либо ты фрук. Шутки у него незаурядные, то есть, очень... Ну, мне нравится, то есть, как он шутит, как он себя преподносит, то есть, не стесняется своих комплексов, вот. У него их нет. Вопрос в том, я до сих пор не могу определить, какое мое призвание, потому что только мне начинает неинтересно выступать на сцене, я думаю, что все, я уйду в кино, буду писать, не буду сниматься. Мне очень нравится придумывать сценарий и снимать ее. И только я начинаю это делать в полную силу, у меня 1 000 000 монологов сразу рождается. После беседы со зрителями Александр чиркает автографы, фотографируется, и его уводят из зала охрана. Время поджимает. Вечерний концерт. Он торопится уехать и даже немножечко отдохнуть. Уже после вечернего концерта Незлобин напишет в соцсетях, как в Самаре его в этих спортивных штанах не пустили в ночной клуб. Шутки шутками, а звезду не признали.